я нахожусь на уникальной выставке. Чуть позже постараемся рассказать вам, что она действительно уникальна. Называется «На поверхности». С нами организатор Надежда. Доброе утро. Доброе утро. Сейчас мы посмотрим несколько картин, которые здесь уже присутствуют. Скажите, когда открывается выставка? Открытие выставки сегодня в 7 часов. У нас будет приглашенный диджей, очень талантливая девушка. Раздача бесплатных стикер-паков, стикеров непосредственно, из-за которых мы вообще собираемся частично. Чуть позже об этом подробнее расскажем. Да, да, поэтому всех сегодня ждем в 7. Выставка абсолютно бесплатная, вход бесплатный, да, правильно? Да, конечно. И что-то, что здесь уже находится, давайте посмотрим. Вы говорите, что это ваша любимая картина из всей экспозиции. Почему? Расскажите, что вы в ней такого видите. Ну, можно сказать, одна из любимых, потому что мы долго и тщательно подбирали ребят, художников, которые участвуют в этой выставке. Правильно я понимаю, что у каждого художника одна картина здесь, да? Да, одна картина и один стикер. То есть, соответственно, концепция заключается в том, что художники рисовали то, что они хотели, то, что они, возможно, давно там как-то придумывали, но ничего еще не воплощали в жизнь. Вот, поэтому мы решили продолжить как раз название «На поверхности» тем самым. И самая главная часть, про которую мы, конечно, еще расскажем, это стикеры, да, потому что можно составить мини-выставку своими руками уже посредством стикеров. Здесь представлена работа Артема Кожевникова под названием «Точка зрения». Это молодой автор, персональную выставку, которую мы открывали в этом году. Еще весной. Красивая девушка. Почему она так наклонена? Ну, в принципе, точка зрения как раз и говорит, да, уже обо всем, можно сказать, содержании картины, потому что можно подходить с разных углов, можно смотреть под разным светом, и у каждого человека, да, у каждого, в принципе, зрителя будет уже своя точка зрения на работу и на происходящее. Давайте посмотрим еще некоторые картины, которые здесь находятся. Ну, а я расскажу вам, что помимо того, что на них можно просто посмотреть, картину можно забрать с собой. На сегодня день студентов, вся наша программа этому посвящена. Студенты халяву любят, поэтому, я думаю, это прекрасная возможность. Наталья нам подробнее об этом расскажет, тоже одна из организаторов. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, смотрите, во-первых, концепт на поверхности... Секундочку. Ладно. Концепт на поверхности можно как и тему идеи рассмотреть, а можно еще и рассмотреть о том, что с точки зрения стикера. Стикер у нас, соответственно, тоже же клеится на поверхность. И вот сейчас вы смотрели как раз работу автора. И у нас была задача какая? Нужно было просто, не обязательно было скопировать работу на стикер. Автор мог сделать стикер, перекликающийся, да, с работой. То есть вот вы сейчас видели работу Кожевникова Артема, да? И вот у него вот такой стикер, можете посмотреть. Он абсолютно другой. Но, соответственно, отражает суть его работы. Но у некоторых авторов работы перекликаются. То есть каждый по-своему видел задачу и сделал. И да, стикеры можно будет получить бесплатно сегодня на открытии. А расскажите, где находится столько талантливых художников? Это люди, которые прямо этим профессионально занимаются? В Красноярске такое количество художников? Я вам могу сказать, что их гораздо больше. Их раза в два больше. Не у всех получилось, и не у всех была возможность принять участие. Да и мы бы, наверное, не вместили всех в нашей галерее. Вот. Ну, а то, что, как вы спросили, интересно их или как-то дать. Ну, у кого-то это хобби, кто-то на этом зарабатывает. Таких людей у нас очень много. Мне кажется, талантливых людей много в разных городах. Давайте посмотрим еще немного картины, которые... Это уже все, что будет на открытии присутствовать? Нет, или... совсем нет, еще не все. Еще не до конца, нет, да? Нет, не до конца. Экспозиция. Хорошо. Спасибо большое. А чем выполнена работа? Потрогать не будем. Ну, в основном это все реальные холсты. Каждый использовал свою технику, кто-то, ну, разными способами. Кто-то на картоне рисовал, кто-то на холсте. То есть вот концепция выставки в этом и заключается, что нет никаких ограничений? Такое, ну, как бы, главное ограничение это было, главное, чтобы это была не печать. Ну, то есть это должна быть реальная работа. Холст – настоящая работа, потому что, в принципе, мы здесь достаточно свободно подошли к выбору и предоставили вообще всю свободу выбора как раз для автора. Какая техника, как он именно видит себя, какую он видит свою работу. Вот мы уже немножко ограничиваем его, конечно, посредством стикеров, но это только еще одна ветвь для развития этой выставки, которую можно, опять же, унести с собой. Отлично, очень по-студенчески. Свобода, бесплатные стикеры, бесплатный вход, диджей. Поэтому всех приглашаем в 7 часов здесь, в Пилоте.